кто приехал? Кто приехал на базу? Мы, друзья, приехали, но нам еще не открывают. Сейчас откроют. Мы в Полтавской области. Село Орлык. Каменское водохранилище. База называется Ореховая. Именно база рыбацкая. Так и ассоциируется. Ну, в общем, сейчас заеду. Я уже показывал. Походу, и не раз мы тут были уже, наверное. Ну, достаточно. Раз 5 точно были, наверное. Или 4, да? Ну, примерно, плюс-минус. Я всегда вам показываю. И сегодня покажу. А вдруг что-то поменялось, вдруг что-то изменилось. Я знаю точно, мы сегодня будем жить не в том номере, где всегда. В другом номере. Поэтому покажу вам и номер, где мы живем. Саму базу покажу. Походим, выйдем к Каменскому водохранилищу. Это сегодня, да, сегодня. Ну а дальше, завтра у нас по плану лес. В общем, не будем забегать наперед. Сейчас нам открывают ворота. Надеюсь, быстро. Вот уже люди подходят. Время у нас 12:30. Ни одной я машины не вижу. Походу, мы опять одни. Да, потому что сегодня понедельник, правильно? Все уехали. Да, все разъехались. Сегодня 25 сентября, понедельник. В общем, мы так будем стоять, наверное, да? Или так мы стояли? Или как-то... А, нет, не так. Точно, не так. Сейчас перепаркуюсь. Ну, в общем, как-то так. Будем стоять вот так. Чтобы удобно было разгружаться. И сзади... О, пыли, конечно, капец. Мэри. От нас получается 290 километров. Сейчас точно даже скажу, потому что я со своего... Возле своего дома сбросил счетчик на ноль. 289. 289 километров к нам сюда. Это все знакомые наши собачки. Мэрин товарищ бегит. 289 километров сюда, смотрите. И 265 из них идеальная практически трасса. А перед здесь, как съезжаете вы уже с трассы, попадаете, проезжаете через саму дамбу рельскую. И здесь дорога, конечно, ну, мягко говоря, не очень. В общем, такая здесь база, заезд. Сразу покажу, вот там лес, буквально, я в прошлый раз показывал, буквально каких-то 500 метров. А по базе я сейчас похожу вам, погуляем, посмотрим. Какой будет, Сань? А, вот этот как и был, да? Все. Отлично. В общем, друзья, ввел я вас в оману, обманул. Тот же самый номер. Мы уже сюда проезжаем, наверное, на четвертый или пятый раз, да? И все время останавливаемся в этом, в одном и том же номере. Вот он, этот номер. Ну, давайте забегать не буду вперед. Или давайте сразу покажу вам номер. Вот, чтобы вы имели чувство. Вот вход, такая терраса в номере, ваша терраса. Вот, все закрыто. Можно, если хотите, здесь. Хотите вот там, но я дальше вам чуть позже. Вернее, сейчас прям покажу номер, а потом пойду покажу вам базу полностью. На входе большой диван, Мишка здесь спать будет, стол, стулья, холодильник, все здесь работает, горячая вода есть, есть чайник, есть все необходимые, самое главное, есть топочки, чашечки, стаканчики, это чтобы вы знали, тарелки, какие-то блюдца еще, все вам покажу. Даже кто-то сахар оставил. Или даже кто-то пачку сахара оставил и пачку соли. Масло подсолнечное. В общем, смотрите, все как есть. Холодное, как я уже сказал, есть горячее. О, а что-то воды нету. Наверное, перекрыто. В номере никого нету. Сейчас попросим, включат, да. Электропечка, электрочайник. Соответственно, есть пусто. О, не знаю что. Будем все смотреть. Сковорода, какая-то миска есть. Есть вилки, чайную ложку вижу, а больших ложек не вижу. У нас, конечно, есть это все, но здесь не вижу. Аполлонник. Пусто. Мусорное ведро, в принципе, и все.
Сейчас мы, наверное, света нету, сейчас мы подключим здесь электричество. О! Да, холодильник сейчас закроем, конечно. Единственное, я в прошлый раз говорил, холодильник не очень удобно. Открывается вот на себя. Смотрите, стоит стол. Ну, соответственно, если будет здесь стол стоять. А мы сейчас стол развернем. Да я понял. Я вообще говорю, ну, то есть поняли, да, мой посыл, что я хочу рассказать, что если бы он открывался в эту сторону, туда к окну, было бы удобнее. Ну, это не такой, не сам, это вообще не минус, это просто пожелание. Так, вторая комната. Мэри. Ты здесь был? Все, Мэри охраняет. Вторая комната. Великолепная, это я знаю, потому что я уже, опять же, повторюсь, не раз спал. Великолепная двухспальная огромная деревянная кровать с ортопедическим матрасом. Тумбочка. Есть кондиционер. Есть телевизор. Телевизор работает, проверено. Есть шкаф с теплым бельем, если вдруг кто-то замерзнет. Вон еще одна тумбочка. В номере абсолютно чисто. Мы всегда приезжаем, всегда в номере чисто. Смотрите. Душевая кабинка. Умывальник. Ну, мы сейчас скажем, нам воду включат. Санузел. Бак. Унитаз. Все. Бумага туалетная. Да, Мариш, заходи, посмотришь. А ну, зайди. Контролер ты мой, АТК. Ну, заходи, заходи. Ладно, потом зайдешь. Вот в чем вот такой номер. Цена этого номера 800 гривен, чтобы вы знали. Плюс, по-моему, электрика. Ну, мы-то в прошлый раз отдали за трое суток, мы 100 гривен отдали. Пользовались чайником, электрика, это печь, был кондиционер, было жарко, телевизором, всем мы пользовались. Отдали 100 гривен за трое суток, не так уж и много. А что мы сидим? Ну, разгружаемся. Ничего себе, что вы тут кайфуете? Сейчас они будут разгружаться, а я пойду с Мэри покажу вам, друзья, базу. Пойдем? Пойдем. Так, смотрите, номера. У нас третий номер, это второй, соответственно, первый. Там большая беседка, пойдемте покажу. Вот там еще номера есть. Мы там не знаем, правда, не было. Это корпус, здесь живут обслуживающий персонал, я так понимаю. Смотрите, какой здесь, как можно здесь хорошо отдыхать. Пожалуйста, большой стол, аппаратура, музыка. Да, Марюш? Но сегодня никого нет. Понедельник. Здесь тоже воды нету или есть? Что-то тоже не капает. Что-то значит с водой. Ну ладно, это мы потом выясним. Вот. Ну и пойдемте покажу дальше. База ассоциируется как рыбацкая база. Мэри, пойдем со мной. Мангал, кстати, не показал вам. Вот мангал, стол, если нужно. Лавочка есть одна, лавочка вторая. База называется ореховая, я уже об этом сказал. Посмотрите, сколько здесь орехов. Сколько здесь орехов. Вы знаете, сколько здесь белок? Грецкие орехи. Мэри с нами. Пойдем посмотрим. Есть квадроцикл. Не знаю, надо спросить. Мишка хочет арендовать, покататься. Если можно. Ну, спросим, конечно. Если получится, то обязательно вам покажем. Территория большая. Сейчас я вам покажу. Вон машина стоит. И вот сразу... А, там в воротах, на воротах замок. Ну, там... Пошлите, покажу с другой стороны. Мэри, пойдем со мной. Там спуск лодок на воду. Мэри, пошли. Если кто-то видел ролик черепахи, помните, как черепахи откладывала яйца? Пошли, Мэрюш. А, ты уже здесь, моя хорошая. Есть туалет уличный? Да вдруг, если вдруг кто-то не добегит к номеру. Сейчас я вам покажу, с другой стороны обойду. Спуск лодок на воду. Мне кажется, здесь в прошлый раз нам говорили, что можно даже и лодку в аренду взять.
Ну, я это уже показывал, это не первый раз я показываю, но тем не менее интересно самому, что изменилось. Вот такой здесь заливчик. И вон он, спуск лодок на воду, видите? И вот он, вот там раз-раз и выход. Сейчас пойдемте на сам водохранилище на самом. Вот где-то вот здесь, в этом районе, я уже не помню, это может Миша помнит, Света, черепаха откладывала яйца, кладку. Тоже есть видео на канале. Это когда мы в прошлый раз были, в июне. Пойдем, Мариш. И вот все, идем. Я на прямом даже не переключаю, чтобы вы понимали, сколько расстояние от номеров к выходу к воде. Пойдем. Вот Мэри со мной. Она все знает тут уже. Моя хорошая. Вот он, выход к воде. Здесь рыбу сушат. Рыбаки, кто поймает. Вот еще один мангал, смотрите, сразу. Столик. Мясушко подрезать. И вот он, выход к воде, пожалуйста. Посмотрите, какая красота. Это просто Каменское водохранилище, да, мы? Мы сейчас немножко разложимся, раскладемся, вещи свои. И вот здесь будем рыбачить. Пару удочек сюда, пару удочек под тот камыш, и будем карасиков ловить. Да, Мрюш? Вот. И такая здесь беседка. Ну, это вдруг дождь, вдруг что-нибудь. Можно здесь расположить. Ну, такая, знаете... Нет такого здесь ухоженного прям. Но рыбацкая база для рыбака. Само то, что нужно. Потому что порыбачил, можно удочки прям не тащить. Прям к себе в машину. Вот здесь их оставил, положил, никто их здесь не трогает. И вот еще один выход. Все, пошли, Мариш. Ну, опять же говорю, можно, если вдруг будет дождь, сюда стол поставить. И тоже нормально. Красота! Вот такая она ореховая база Полтавской области. Пошли, мы пошли. Вот в этом заливчике. Да, Мэри, мы пойдем прямо. Вот в этом заливчике. Всегда, даже когда там какие-то ветра, большие волны на большой воде. Вот здесь всегда такая гладь. И ловили такую верховодку. Ух, и вкусная, жирная, когда засолишь. Да, Маришка? Пойдем, пойдем. Вообще воздух чудесный. Ну, как он может быть плохим, когда 500 метров лес. И вот оно, Днепр. Дышаться, дышать не надышаться. Вы хоть начали разгружаться? Мы уже почти закончили. Ага, смотри, что здесь твой. Почти, говорит, за... Я понял. Все, мы сейчас разгружаемся. Да, Мэри? Мэри походила, жарко. На улице погода, лето-лето. Очень жаль, что дождей нет. Но все равно. Завтра по грибы сходим, поедем. Посмотрим, мало ли. Света умеет искать и находить. Все, будем разгружаться. Вещи заносить, располагаться. Пообедаем и будем идти на рыбалку. Видео обязательно будет про рыбалку. Так что, если кому интересно, подписывайтесь, друзья. Ну а так, колокольчик нажимайте. Лайк. Пока. Пока. Всем здоровья. Всем здоровья и самое главное мира. Все, пока. Давай я сейчас вам помогу. Я даже кораблик с собой взял. Вот там. О! Посмотрим, какая тут глубина, ямы и все остальное. Заехал в магазин, прикормки взял, гороха, макухи. В общем, будет видео, рыбалка будет.